Новый вид мусора на парижских улицах – маски и перчатки. Несознательные граждане бросают использованные средства защиты прямо на дороге. Это и удар по экологии. По словам ученых, маски разлагаются больше 400 лет. И, очевидно, угроза заражения, особенно для тех, кто убирает улицы. У нас работа и так небезопасная. Люди хотят чувствовать себя защищенными, а про нас они совсем не думают. Во Франции сегодня маски обязательно носить в общественном транспорте. Без маски могут не пустить в аптеку, магазин или парикмахерскую. Говоря строго, медицинские отходы, несущие опасность инфекции, вообще нельзя смешивать с другим мусором. Иначе заразная окажется вся куча. Но власти признают, что утилизировать по всем правилам маску каждого француза просто невозможно. Поэтому Министерство экологии рекомендует ответственно подходить не только к ношению средств защиты, но и к избавлению от них. Дома вы можете положить маску в пакет, закрыть его плотно и выдержать 24 часа. После этого пакет можно выбрасывать в ведро. Так вы не будете подвергать опасности тех, кто собирает и вывозит мусор. Французские парламентарии выступили с инициативой ввести штрафы за разбрасывание масок на улице. Такие меры уже ввели несколько муниципалитетов.